Добро пожаловать на канал Hard Reset Info, это Huawei P9 Lite. Сейчас я покажу, как на этом телефоне войти в режим Recovery. Итак, для начала вам нужно нажать и удерживать кнопку питания, затем нажать выключение дважды и подождать, пока телефон выключится. После этого нужно нажать и удерживать одновременно кнопку питания и увеличение громкости до появления логотипа. После отпустить. Вот и все, мы в режиме recovery. Здесь работает сенсорный экран, поэтому если вы что-то выберете, хоть чуть-чуть притронетесь к чему-либо, у вас начнется какое-либо действие. Поэтому не нажимайте на вот эту вот среднюю кнопку, потому что там вы имеете очень большой шанс стереть все данные. Это очистка кэша, это, в принципе, ни на что это не влияет. Но это вообще нужная функция, потом расскажу как-то зачем. И нажимаем перезагрузить телефон, для того, чтобы войти в систему опять. Вот и все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Пока.